Хек с кабачками в духовке. Вкусное, незаменимое блюдо в летнюю пору. Рыба прекрасно подойдет на ужин или в качестве второго блюда в обед, а сочные овощи добавят вашему организму необходимые витамины. Приготовить хек в духовке очень просто, с этой задачей справятся даже начинающие кулинары. А изюминка этого рецепта заключается в том, что сама рыба хек и гарнир к ней из сочных кабачков и традиционных овощей готовятся вместе в одной посуде. Рыба пропитывается ароматом, овощным соком, становится нежной и сочной. Такое блюдо универсально в том плане, что в него кроме кабачков можно добавлять любые овощи, а запечь можно и в будни, и к праздничному столу. Досмотришь видео, и я предложу записать список ингредиентов. Подготовьте ингредиенты для приготовления хека с кабачком в духовке. Морковь и лук очистите, ополосните, морковь натрите на терке, лук нарежьте мелко, выложите в сковороду и добавьте подсолнечное масло. Обжарьте лук и морковь на среднем огне до мягкости. Хек почистите, удалите плавники и внутреннюю пленку, вырежьте хребет. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. В форму для запекания выложите обжаренный лук и морковь. Кабачки вымойте и нарежьте кружками, выложите на морковь с луком, немного посолите. Рыбу нарежьте на кусочки, выложите поверх кабачков, посолите и поперчите. Смажьте кусочки хека майонезом. Накройте форму пищевой фольгой и поставьте в разогретую до 180-185 градусов духовку. Первые 20 минут запекайте рыбу с фольгой, затем снимите фольгу и запекайте еще минут 15-20. Хек, запеченный в духовке с кабачками, готов. Подавайте к столу в обед или на ужин. Подписывайтесь и ставьте лайки. Ингредиенты этого вкуснейшего блюда. Хек тушка 500 грамм, лук репчатый 1 штука, кабачок 1 штука, морковь 1 штука, подсолнечное масло 20 мл, майонез 1 столовая ложка, соль по вкусу, перец черный молотый по вкусу, количество порций 3-4. Если вам нравится мое видео и вы хотите отблагодарить меня, то ставьте палец вверх, если нет, то палец вниз. До встречи!